Я бы пожелал, чтобы этот вуз всегда оставался таким же молодым, энергичным, азартным. И те люди, которые приходят сюда, чтобы они напитывались энергией стен, но приносили и свою энергию, чтобы потом отдать ее зрителям и слушателям. Я пожелаю долголетия университету, потому что у него куча славных традиций. Мы с университетом в прекрасных дружеских и партнерских отношениях. И я думаю, что вот именно практика, соединение практики и жизни и дает вот то, что называется кино. Я от всего сердца, от всей души поздравляю университет с 95-летием. И хочу пожелать, чтобы здесь учились неравнодушные люди, а люди с трепетной душой, влюбленные в свою родину, влюбленные в родную историю, в родную русскую культуру и культуру народов, которые населяют нашу многонациональную страну. И завещаю вам, как Пушкин, учитесь у Пушкина больше всего. А чем он был благодарен судьбе, что чувства добрые, говорит, я лирой пробуждал. Так что будите в людях человеческое, любите свою профессию, и вы будете счастливыми людьми, проживете очень счастливую жизнь. Вперед и выше! Что можно желать вузу? Хороших учеников, прежде всего, хороших студентов. И чтобы хватило средств на любые проекты, которые в вузе затеваются. Эти два качества – это залог долголетия вуза. Если хватит средств на реализацию всех проектов и будут хорошие студенты, с которыми можно эти проекты реализовывать, то вузу обеспечена долгая и счастливая жизнь. Чего я вузу и желаю. Хотелось бы пожелать вузу, который открыл для меня двери, который дал мне те возможности, которыми я смогла воспользоваться. Я хочу пожелать, конечно же, отличного настроения, вдохновения, творческого порыва и какого-то такого благословения сверху, как мне кажется. Без этого невозможно ни одно наше начинание. Я от всей души поздравляю университет с очередной годовщиной, с очередным юбилеем, с 95-летием. И о чем я хочу сказать, и всегда об этом говорю, что инженер вообще произошел от французского слова, обозначающего сообразительность. И я желаю университету продолжать выпускать как можно больше киноинженеров, которые будут отличаться умом и сообразительностью, потому что сообразительность — это на самом деле самое важное, что нужно в нашей профессии, потому что мир меняется, меняются технологии. Невозможно все выучить в университете, потому что мы переходим на цифру, мы переходим на какие-то новые формы киносъемки, кинопроизводства. И учиться придется все равно всегда, но университет — это то, что закладывает основу, то, что закладывает понимание, как все устроено. И от сообразительности студентов, от сообразительности будущих киноинженеров будет зависеть будущее нашего кино. Поэтому я желаю университету, желаю преподавателям, желаю студентам оставаться сообразительными и двигаться вперед. Что можно пожелать университету? Во-первых, сохраниться и продолжать работать. А молодые ребята, понимаете, это пожелание, наверное, будет и вам, и университету одновременно. Значит, я назову вас всех, вот это вот молодое поколение, которое пришло учиться, я вас назову таким одним словом. Мы такое божоле. Знаете, что такое божоле? Это молодое французское вино. Ежегодный урожай. Вот, первого урожая. И вот Франция ждет вот это вино. Молодое, французское, которое только что из нового урожая. Поэтому вам я желаю успехов в вашей работе, университету. Я желаю, чтобы не иссякал тот виноградник, с которого потом бы вырастало вот такое божоле. Вот все, что я могу сказать.